Владимир Белянин, главный врач КМУ станции переливания крови. Городской трансфузиолог, имеет высшую категорию врача-организатора здравоохранения. В 2009 году Краматорская СПК заняла первое место в области по заготовке консервированной крови. Это позволяет бесперебойно обеспечивать лечебные учреждения города препаратами крови. Имея достаточный запас, КМУ СПК неоднократно помогало спасать жизни жителям других городов и районов области. Александр Еременко, врач-кардиолог палаты интенсивной терапии кардиологического отделения горбольницы номер 3. Специалист высшей категории. Прекрасно владеет методами реанимации кардиологических больных. Использует тромболизисную терапию при остром инфаркте миокарда. Холтеровское мониторирование при повышенном артериальном давлении и нарушении сердечного ритма. Занимается ультразвуковой диагностикой заболеваний сердца. Сергей Тарасевич, врач-окулист высшей категории, заведующий глазным отделением, городской офтальмолог. В 2009 году был проведен капитальный ремонт отделения. Появилось современное оборудование, в том числе аппарат для удаления катаракты. Ежегодно в отделении проходит лечение около 2000 больных. Производится более 1000 микрохирургических операций, возвращающих людям зрение.